Так, всем привет! У нас финал. На финал я успел ворваться. Уже пики прошли. Я зашел в игру чуть-чуть позже, но это не страшно. Сейчас последние настроечки делаем, и все будет хорошо. В Dota TV меня уже должно быть слышно. Я тут просит сделать TeamSpeak, но что-то у меня он опять начинает критиковать. Так. Я пока никого не слышу, если что, в Dota TV. Полетела ракета. Ракета Кокерка. Сразу полить. Rampage. Полить закупы, расстановку, все. Rampage. А, ну вот я начал слышать их. Я, к сожалению, вас убираю. А то получается двойное какое-то эхо. Incoming. Не хочет работать TeamSpeak, но это ладно. Счет, к сожалению. Напишите мне счет. Кто выигрывает? Если это вторая карта, то кто впереди? Счетчик не поставили. 1-0. Отлично. Я знал, что они могут. Так, ставим добито, отнято. Ракеты летают от Клокверка. Так, пики. Радиант Клокверк. Джакира. Алхимик. Shadow демон и Квапа в миде. У сак май пак. Начнем так. Абадон, Дум, пак. Естественно, как же без пака. Команда сак май пак и Лайфстиллер с Рубиком. Первый Динай. И убийство крипов. Ну, я уже давно предполагал, что сакмайпак дойдут до Best of 3. Ой, извиняюсь за оговорку. Ну, пройдут финалы. Будут в топе турнира. Я все-таки, наверное, сделаю кого-нибудь. И я пропускаю ФБ. Наверху убивает Абадон с Рубиком. Клокверка. Ну и сакмайпак вырываются вперед. Пропустил это ФБ. Я даже его потом пересмотрю специально. Очень злой. Злой Клокверк. Ну тут-то чё? Тут ничего. Тут алхимик будет фармить с монетками замакшенными. Тут лес будет отводить, стакать. Знаю, саппорт будет все фармить, все, что двигается на меде, противостояние вот это. Ну, пак против Квапы, это стандарт, по-моему. Если по крипсату смотреть, там все одинаково, но Квапа тут динает своих крипов, это хорошо. Рекорд, ты меня сейчас слышишь или нет? Ботл скоро обоим прилетит. Видимо, нет. Вижуха тут на топе. Отрубил меня. Хочет как-то пытаться помешать. Вот он этими занимается просто коги, чтобы сжечь ману. И это правильно. Тут суппорты отводят. Отводят, стакают. Тут даблстак сделан. Тут добивают. Раз мне в скайпе, значит, до свидания. Отрубаем мы Никиту. Он, конечно, там замечательно все рассказывает. Все прекрасно, все правильно. Терпилы миди. Гоняют друг друга, уворачиваются шифтом вечно. Вечно шифтующий пак. Наверху. Локер потихонечку получает экспириенс. А потом, конечно, старается выгонять. ОКД. Отвод сделали отличный. Ну и внизу тоже отводит.
отводят, отводят, отводят. Алхимик спокойненько фармит. Так, по крипстату у нас 15-4. Найкс пока впереди вместе с алхимиком. Ровень они идут. Чуть-чуть по динаем алхимик впереди. И наверху, возможно, опять попробует убить клокерка. Но он сразу понимает, что тут пахнет жареным. Надо отходить. Так. Сейчас я кое-что еще посмотрю. Проверю кое-что. Ну и, возможно, в скайп я кого-нибудь затащу к себе. Нету. Опять ракета летит. Помогает, наоборот, по-моему, клокерк. Они светят своими ракетами. Ага. Все-таки Никита мне позвонил. Привет, привет. Да, здорово. Я знал, что ты это сделаешь. Тим Пик не смог зайти. Да, я так и мне так и ничего не получилось. Окей, тогда надо через будет... скайп. Ну, я думаю, к следующему турниру я уже решу этот вопрос. Что-то сейчас пока доиграем таким образом. Ты стрим уже запустил, все идет, да? Уже все идет. Я немного даже послушал тебя специально, но потом решил тебя немного вырубить. Окей, понял. Ну что, тогда погнали. Сейчас добавлю сюда наших уважаемых коллег. Сейчас давай участников к разговору. Хорошо. Значит, команда SackMacPack вырвалась вперед уже в предыдущей игре, да? Угу. Но там компактник. Я знал, что они смогут. Я знал. Да. Товарищи серьезные и любят они компачить. Часто причем. Не первый раз они решаются сделать камбэк. Ну и в этот раз, походу, у них удалось. Ну. TeamSpeak я вырубаю. И общаемся. В скайпе общаемся. Хорошо. Ну что, погнали, парни. Еще раз всем привет. И а еще а раз. Как на мете там вот ИО забрал пака, я не посмотрел. Я пропустил вообще ФБ и пропустил вот этот еще один килл. Это печально. Ну, наверное, пак не смог вернуться шифтом, видимо. Да. Ну этот коп без этого, без Shadow Strike. Угу. Просто тупичками убило. Блинк, крик. Ну, на самом деле против все. Пака достаточно часто делают именно такой скилл билд, не используя даггер, потому что Пак любит шифтить. Угу, именно. Не зря ему дали можно... эту способность. Ну Пак это как бы контра на самом деле вот этой квапы когда-то юзалась типа. Да. Шифтами там и выйдить можно. Ну это противостояние такое стандартное. Поэтому там много чего. Просто, если даже вот смотри, просто крипстат о чем говорит. Вот. Просто открой и посмотри крипстат. Да, у меня он давно уже включен, я с самого начала его включаю. В принципе, 4 персонажа идут ну, практически вровень. Практически. Чуть-чуть дума отстает. Совсем. А как тебе такое, что тут на X карб не на фрифарме, ему мешает клок, а там... Можно сказать, что этот... Но алхимику все хорошо. При этом он остаёт. При этом он остаёт. Да, он остаёт. Это наводит на мысли, просто отметим так. Наводит на мысли. Вон трипла. Ну, саппорты ушли гангать. Они могут сейчас на бигитаску. Я давно приметил, что кейл команды SackMyPack со скиллом достаточно таким набитым. Рука у него хорошо набита. Есть инфа, что это хвост. Что это хвост? Что... Да. Нет. Сейчас врут на миди. Смотри. Да, вот сзади выходит. Пака спрятали. Ну, айпад. Ну и пак убили. От такого не уходит. О, ШД. Связка ШД Джакира не контрится даже шифтом. А там айпад, он сразу мгновенный. Конечно, просто вышел, да. Сразу там. И клокер убивает лайфстилера наверху. В соло. Ну, соло. Загулял еще, явно. Еще, да,
дабл килл сейчас сделай. Сейчас, сейчас он коги поставит, когом и ракету еще кинет. Ракета. Он ракету ждет, ракету ждет. Успей кинуть. Хорошо, успел. Даже можно уйдет. Нет, не уйдет. Не уйдет. Пак. Тут, пак у Пака есть шифт. Тычка. Не, не, он тычек забирает. Все равно хорошо сыграл. А, лок очень хорошо. Есть мнение, что если бы даже вышка не выстрелила последнюю тычку, и пак не успел добить выстрелом, он бы провязал ее ульт, это 100%. Не отпустил бы он. Mm-hmm. Да, мало, даже так. Маловероятно, что он оставил бы Клоперка ненаказанным, да. Ну это на самом деле правильный мув от Пак. Вот смотри, мид как бы слит, и поэтому ему придется там лучше идти гангать, кого-то спасать. Ну, на самом деле мид он еще не слил 100%, но просел он знатно, ну. То есть ганги были в плюсе, которые произошли на его сторону. Квапа 5 с регеном вот в бутылке. Фартит. Фартит. Да, фартит, парень. Смотри, сколько вардов на миде от команды ВПС. Просто. Просто смотри. Да. Даже... С вардами у них проблем нету. Просто даже Синтрик стоит. Просто. А в этот момент как раз у Сакмайпак вардов-то и нет. Хотя они есть у Абадона. Абадон варды и... Как раз, возможно, он и пойдет сейчас вардить. Угу. Делать... Ломать. Да, и, возможно, будет ломать. Вон. Опять гангают мид. Ну, Пак сейчас уже вовремя отходит, хотя ШД мог прожать и... Дизрапшн. Да, Дизрапшн. И под Soul Catcher'ом там вообще сильно. Вот тычки того же Клопы, там Скрим вот этот. Очень... Ну... Скрим не Скрим, но тут еще был рядом Абадон. Не забываем о нем, а персонаж любит сейвить своих тиммейтов. Вот. Вот ШД уже стакает. Стакает уже Энчентов. Вот забирает Клока на топе. Клока на топе. Хорош. Он... Если он сейчас купит... Ставит боги, ставит боги. Вряд... На, т- вот, на ТП может уйти. Он может уйти. Да. Лоу! Нет, отменил. Лоу! Но все равно выжил, по крайней мере. То есть его уже трогать... Он, наверное, знал, что он выживет, поэтому отменил. Или... Или это была случайность. Непонятно. Он, по-моему, сам отменил. Да, он уже знал, что там нечем сбивать. И... Или что, не знаю. А, он обузит ботл. Кура летит как бы. Он заметил, что кура свободная, подумал, можно побудить бот. Тут на боте, оказывается, сломали таур, я даже не заметил. Забрали, забрали, да. Таур. На 6-й минуте собрали, забрали, ну. Или даже раньше. Тут мидас, замакшенные монетки. Фарм ему пойдет. Шадо омлет. Еще тут на X тоже с Мидасом зашел в лес. Хотя вот интересно, у них есть Doom, который сейчас меку сделает быструю, и там уже по-другому пойдет игра. Счет 4-2, и если посмотреть графики, там вот Клопы забирают. Он Doom вообще по-другому сыграл, да? Клопу видят, как они увидели, ставится. И ульт все, короче, в него. Да. Ульт Пака. Дум еще. Дума. Кинул Дум. Счет 4-3. Не простили здесь Клопу. Клопа Рейдж Вейбер. Не простили. Она это решила отомстить. Отыграться на вышке. Посмотрим. Дамаж только пришел на тычку. Дамажит. Нормально. Сейчас заберут. Хотя там попытаются донать. Нет, не denial tower. Еще рано, еще рано. Сейчас глиф есть, глиф есть. Могут нажать глиф и 5 ТП. Нет, такого не будет. Джакира забирает тауэр. У Джакиры уже. Да, он сейчас будет. Да, арканы есть, он будет сейчас смеку делать. Ну, мека уже делает. Йоф опять контролит руну. На этот раз хаста, и он идет наверх, нет. Он думает, что он спалился на варде, потому что там на Х уже начал отходить. Убегать. На самом деле сейчас нужно было ШД вместе с Клопой идти в лес искать Дума, пока у него нет ульта. А, надо. Даже и надо пока подтяг... нету Мекки. Мекки вот сейчас появится этот раз. Еще один крип а, и... Надо уже подтягивать этого. Ну и теперь Джакира, Джакира будет стак делать. Угу. Ну они по очереди делают, очень согласованно. Сейчас...
сейчас вот этот фарм очень быстрый будет, какой-то, не знаю, бешеный фарм у алхимика. С такой скоростью будет идти, я не знаю. Он на 20-й минуте соберет, я скажу. Парень, его уже дагер. 4 айтема просто, 4. Кирасу и БКБ. Там нападает, нападает. Клокер дул, открыл когами. Забирает крэша. Тут на X еще дерется на него курс. Засейвил, засейвил Клокер там. Отойдут сейчас. Нет, Дум будет. Закира его потеряют, скорее всего. О, еще и... О, отсюда Мистер Йов, скрим такой, тупак. Закира умирает вместе с Клокерком от Дума. Понятно, кто сейчас... Ну и Клопа сейчас убежит, естественно. Нет, он еще отменяет блинк. Тупо с хосты уходит. Хиляется ветку, просто все сожрать. Я и... сожрам ли... Что сожрам. За драка, непонятно. Этого убили, сожрали того убили, леса. Эти прилетели. Уже 2200 голды у Клопы. Она будет что делать? Хекс быстро делать, БКБ? Не знаю. Возможно, Хекс реально. А может... Деньгам 5000 выиграл. Аганим сделает. ВПС? Да, это... А, нет. Из-за этого. Алхим. Это делает. Орчи делает. Орчи делает Клопа. Ну, отличный тоже вариант. Да, отлично. Дома, Пака, да кого угодно. Везде полезен. Ну, насчет Абадона я еще готов поспорить. А Абадона вообще не надо трогать в драке. В драках вообще. Чувак ничего не вносит. Ну так, сейвит. Ну, только сейвит. Противно, да, противно. Знает, но... что Рубик отводит. Сразу попытались ему нанести. Дэмэдж, отличный ульт. Боги. Запружили крэша. Скорее так, всего, Рубик нет. Здесь не выживет 100%. Дум еще повесили. Дум. Ну и здесь. Абадон тоже вряд ли уйдет. Или нет? Отпускают. Теперь бегут от Дум делать. Сейчас за Думом. Совершает серию убийств. Нет, Абадон все-таки не уйдет. Еще. Да ладно, Пак пришел. Пак поставит урту, нет. Экшен, постоянный экшен. Да, вот этот экшен вообще, он классный, короче. Да. Ну, этот парень фармит, вот этот парень. Алхимика не трогают, это лода. Это лода просто. Это лода. Бёрнинг. Посмотрим, как он дерется, как Бёрнинг или как лода. Вот тогда скажем, кто это такой. Точно не хвост, потому что ну, на первых левелах он героев не убивал. Нету до сих пор армлета у Найкса. Есть, по крайней мере, Мидас уже хорошо. А он собирает армлет или нет? Да, он собирает. Да, собирает. Я вот сейчас смотрю, у него шлем уже есть. И сейчас выход на него как раз. Да, отвидит, если видит, не прячется... Да оу. Ладно, как? Инклокер должен ультовать. Отлично, ульт. Коги. Коги поставил. Лед. Лед, ноль, там рейдж. Засейвили своего. Тапира. И Пак замечательно входит просто. Сейчас и минус 3. Пак. Джекира ушел. ШД не отпустят. ШД не отпустят. В конце ставит просто. Просто бар ставит. Чуть не отъехал Клок. Еще. Ну. Чисто Коги спасли. Ну, драка в пользу Сакмай Пак. Довольно-таки неплохая. Угу. О, химика скоро. Этот. Кираса. Кираса. Да, Кираса. Я же сказал, до 20-й будет 4 айтема просто. Кираса, ВП, Если атак. Они в драках не смогут законтролить этого бешеного, сумасшедшего, толстого идиота с дедулькой на башке, то вряд ли они смогут продержаться. Даже имея Дума и Найкса. То есть этот пацан может их разорвать тоже. Если соберет какой-нибудь Башар, ну и так далее. Ну на Икс не хватит атак спида просто против этого пацана драться. Он не успеет, даже вот сейчас он рулит, даже если соберет, то на данный момент он проиграет. Сейчас убьют этого на Икс. Где на Икс? На Икс он бегает. Да, он фармит. Ультует сразу же просто. Уж стан. На этом. Пак опять о, замечательно входит. Убили ШД. Отличный ульт опять от Пака. А хорошие коги, только они засейвили. Никого. Сейвили других, да.
Алхимик умирает, минус дамаг, минус 4 от команды. Минус 4. Ой, лол. Сами нарали на наих, а потом коги помешали, своих же зажал. Ну, Аквапа наверху у нас фармит Орхид. Он уже почти готов. Осталось. Не, там уже летит вроде. Или 700. Да, не. 700 голды осталось. 600. Да, Марс пойдет. Рекен. Пошел дальше фармить. Ну, сумасшедший алхимик вместе с Квапой занимает лидирующие позиции. Найкс отстает. Чуть-чуть. Да, это по крипам, но... Тут по крипам, смотреть по крипам, не знаю, несколько неправильно, надо открыть именно общую ценность и посмотреть. Там... И плохо, что Дум отстает, хотя этот персонаж тоже умеет сильно фармить. Ха, да, тут уже какой будет, 4 отвод, 4 икс отвод сейчас сделает Джакир. 12 тысяч нафармил. Да, 12 тысяч на... 19-й минуте. Да, много. Страшные цифры. Сейчас он еще пойдет. Вот он на боте фармит. Сейчас откатит телепорт. Он портнется, вот, не знаю, на мид, фармит вот этих эншентов. И у него будет очень много денег. Да, он еще через лес пешком идет. О, Кираса. О, форс. Теперь алхимику осталось собрать дэмэдж, тарасочку какую-нибудь, ну и пойти убивать. Не, БКБ, по-любому надо. Да, дума там и всяких паков. Дум, пак, тот же Рубик может на какое-то время поднять, пока и встан уйдет алхимика от самого себя. Да, Рубик там еще может что-нибудь своровать и... Да. Стырить баночку. По-моему, они сейчас пойдут и фармить этих энчас. Нет, тут минус комбо. Вакуум быстро забрали. Заряжает. Стан. Отличный врыв от Клокерка. Коги. Ульта от Пака тоже. Снова замечательно. Дум вышел. ШД умирает? Умирает алхимик. Алхимик тоже умирает. Ой, лол. У алхимика так фарм хорошо шел. Он так... Только не хватает БКБ на... Но да. БКБ не хватает. Помимо БКБ, не хватает еще, конечно, других артефактов. Там как бы нападали два раза на Наикса, у которого не было, не знаю, ну мало айтемов, у которого не было, он поражал уже рейдж, и можно было там, он же стоял во льду, короче. ШД зачем-то просто врывается на четверых, можно считать. Ты тычку на вот. Клокер сейчас тоже, возможно, отъедет. Сейчас. Хотя Дум... Нет, Клокер. Дум себя хиляет, на нем. Заморозили Дума, сейчас ракеты полетят. Мидит Дум. Дума оставили, Абадон не стал идти сейвить своего тиммейта и забирает вышку. У Абадона Владимир. Знаете. Ну, парни, очень быстро дотка пошла, парни, вообще. Не находите? Просто... Да. Не знаю. Если реактивно. Сейчас еще зафармят вот здесь, то она еще быстрее пойдет. О, тут 9 големов нам. Да даже не 9, тут 12 големов. Да, 4 стека. Да, 4 стека. Еще такая кучка. Вот алхимик не может эти стеки забрать. Ну просто нет времени забрать, вот, понимаешь, нет времени. Ему надо фармить лес, опушивать лайн, причем там драться. Как бы крипов лесных, да, и эншентов надо забирать по КД просто. Такая фарма дота. Ну, алхимик сам не такой уж мобильный, но все равно. Наверх тпшится Дум, дальше идет фармить, имея даггер уже. А вот эта команда Сагма пока не видели этот мега стак голем, не знаю. Нет, не видели. Нет, тогда бы скорее всего на Экс уже бы туда пришел и зафармил. Влезает, кстати, он в пака. Я жду отменный. Третий, наверное, или четвертый уже ульт от Пака. Пак ставит реально вообще ульту так красиво. Вот сейчас драка будет. Драка, а нет. Драка. Ну, хотят подраться, вот. Вот так, драка пошла. Дама. Ну, Джакира. Пак. Пак ультует. Стана своих.
Алдай открыл. Он проказ дал. Минус 2. ШД. Думаю, еще прилетает. Отлетают. Сейчас пошли. За алхимиком видно гонятся. Знаю, где они. ТП. Знаю, где они, алхимик. Но сейчас Лотар прочекает. Все. Спрятался. У них нет даста. Пытаются его поймать. Сейчас заберут Саур. Квапа. Стало на квапе. Уйдет. Рубик мог там блинк и поднять у него там длинный. Рубик-то мог, но здесь пришел товарищ Клокер. И поставил свои волшебные хои. Пацаны, вы не пройдете. Сейчас драка будет. Будет за этот Таур. Спрятали. Ставили коги, выжгли ману, рейдж прожат. Ну и сейчас вот. Стан влетит. Стан разрядит. Нет, он снимет лол. Че лол. Дум на клопу. Айспад отлично, отличная макропира. Минус клопа. А потом хиляется. Отличный шиунь. Рубик, просто гений. Клокер разрывает. Дума, Рубик умирает от алхимика. Еще этот уже второй инфест бомб. Вот алхимик бежит. Алхимику нужно сейчас. Заставили Таур. Все, разрядил в двоих. Минус. Нет, пак. Минус куб. И минус кок. Это минус 8 вообще. Чуть-чуть на икс не отъехал. Но он, по-моему, армия допустит. Драка шла минут 7, наверное, если не больше. Это была баталия. Это финал винеров. Так что все норм. Так должно быть. Еще же гранд-финал должен быть. Да, возможно, перенесем на завтра, ну, посмотрим. Как бы время уже позднее для некоторых. Уже спать пора. Да, уже спать пора. Но... Не, ну, у кого-то уже просыпаться пора, наверное. 20 часа ночи уже. Я только пришел, мне 11 часов, я пока не парюсь. Да мне вообще, у меня вообще 8. Что? Нормас. Че завтра? Завтра лан. Сонные будете сидеть на лане ебажить. Да. Ну чё, график уже можно смело открывать и сделать какие-то выводы. Вот, смотрите, фарм, алхимик был. Мне был. Нравится голда. 7,5, да, 7,5 был. Это алхимик нафармил что-то, но за счет драк, там, тауров, ноль, просто вот ноль. Вот эти, как, примерно посчитать, если то, около сколько, 13 минут пошел спад вниз, и сейчас он на нуле. Моя по XP минус, ну, плюс в команду. Ну да, где-то около этого. Почти. Примерно. 10 тысяч, да? Нет, так. Пожалуйста, воды поставь, пожалуйста. По голде нас. Ну. Хотя бы туда. Ноль. Ровно идет. Кто там варды ставит? Кому там по голове повардить? Башня. Аня. Вардирует. ББКБ летит. Алхимику. Да, это правильно. Наконец. Не прошло и года. Акашу пытаются. За клопой гонятся, хотят да, убить. Да, она вот забирала нижний тавр. Дагер. Будет ли ультовать? Ультует. Да, стан. Ультует. Сейчас нужен да, заберу, отличный стан от Дума. Просто отличнейший. Это Дум? Да. Смотри, у них тоже был такой Дум. С Дагером. С Дагером. И просто игры. Да. И он решил. То есть это вообще уже решил. Было исполнение от данного игрока, да? Все, Рошан забирает. Рошан быстро упадет. Вообще то есть не стали банить ВПС данного персонажа после той игры, да? Ну там это не. И там, и там не ферстиком был Дум, так что. Так что last не pick. Ясно было, да? Дум всегда last pick уже был. Да. Ну и забирает Ластиллер Хаегис. Да, можно предполагать, что это у парней заготовка через Дума играть, так last pick'ом забирать на халяву и. Для парней будет сюрпризом, а если они встретятся в гранд-финале, то Дума надо... явно будут банить. Стоит банить, короче.
Не захотят они играть против. Тут может клок отъехать. Не, отда... а не отдают вышку. Динает. О, клок, клока видит. Все. Рубик видит клока, а почему поднимает. Дом не помогает? Нет, он смотрит, вот. Он хочет помочь. Стан поздний, опоздал со станом, зачем-то проезжал остальные спеллы. Надо было дум сразу кидать. Не обязательно дум, нужно было просто сразу же стан дать, а потом уже определиться, что вообще делать в дальнейшем. Может, Рубик бы там поднял и все остальное. Да, у него его уже поднимали, но... Но Клоквер оказался шустрее просто, можно сказать, он вытолкнул себя из-под стана. Из-под стана кентавр, который сидит внутри дума. Не знаю, что-то такое. Нет, просто дум. Просто дум стырил стану у кентавра лесного, вот и все. Он его не сожрал и не посадил себя внутрь. А, дум сожрал маленького волка. Вот такая инфа. Отлично. Наоборот, это даже лучше с какой-то стороны. Стан, конечно, полезен. Не-не-не, надо жрать этого большого волка, чтобы у него там криты, я так спину. А, он маленького съел? Да, он маленького съел. Вот, вот клок тих. Клок? От большого еще там аура. Да, аура и там криты, там вообще неплохо. Ну и Найкс пошел в наглую уже ломать. Нет, не, критов нету, а атак спид и дамаг. Сейчас, у Абадона уже есть, у Владмир. Уже давно, уже давно он его приобрел. Тут мека есть, да, даггер, арканы у дума. У сейчас Бака, нужно давить верхнюю линию и заходить уже на ХГ. Потому что если сейчас могут затерпеть, егера. То возможно что-нибудь да и перевернут. Есть, а егерь надо давить. А алхимику в это время... Дейдаус нужен, и все. Кому? Дейдаус кому? Алхимику, да. Алхимику Дейдаус нафиг не нужен. Ну, против Найкс, как бы. Против Найкса ему нужен. Поджор какой-то, или, не знаю, бешеный так спит просто, чтоб он обоссал. Ему супер-башер нужен. И обоссал Блейд, вот что ему нужно сейчас. Не, обуссал бы. Какая разница? Смысл один и тот же. Так ты же сказал, обуссал Блейд идет. Не, можно говорить вот так. Вот этот алхимик собрал там, не знаю, БКБ, Мидас, и обоссал, ПТ и обоссал. И обоссал. Просто так. И обоссал. А Егис пропадет через 3 минуты, нам напоминает, поэтому надо как-то агрессировать. А, тут нашли вот этот стак. Дабл или трипл и фармить всем. Алхимик сейчас явно покусывает свои пальцы, потому что стака больше нету. Куда стак пропал? Нету больше стака. Я сейчас заблочили этот стак. Заблочили. Да, сказали, на, не надо больше стакать, парни. Вы постакайте лучше внизу, мы там пофармим. Ну, грамотный мув, но походу Аегис... Аегис нельзя сейчас просто так терять, нужно идти по центру. Пока квапать таур, здесь. Это 2 таура. А, ну Дум сейчас... Дум, в принципе-то, может ворваться. И, кстати, он собирает то ли Аегис, то ли еще что-то. Ну, давай! Дум, да! Отлично! Хорош! И будет бегать за ней, давать левел. Левел. Да? Еще только клэп. А, все. Минус коп. И выкупается сразу же, идет в центр. Алхимик. Раскастовывается, стан. Да зачем этого Абадона? Через БКБ, хорошо, пака. Нет. Пака минус. Так, быстро. Дерется с... Абадон ультует. На их там отжирается. Он прорвался, на их его быстро отожрал. Пытается но вырваться из копов. Тут минусует этот, Рубика. Убил стан троих. Идет. И хлопа уже под ДД у них. Здесь там нет хекса. Минус АЕК. Надо еще раз убивать. Нужно сейвить. Сейвить, Дум, помоги! Дум, что ты делаешь? Короче, это там... А почему не прожал? Почему не прожал рейдж? Лол! Минус 4. Пошли дальше, тут Дум. Так, раз. Хорош. Ушел. Ну и Рошан через 5 минут. И, по-моему, можно даже говорить, что тут этот алхимик ПКП первый раз пришел на драку просто. Вот, можно так смело говорить. Реализован был Башер и БКБ. Да. До этого он без БКБ просто умер один раз. Ну, без БКБ 30 же намного проще. Брони
Броня хоть у него и есть, но... Не, парни, вот когда Квапа там умирала, они же сразу знали, что Дум там где-то здесь, не здесь, короче, рядом его нет. Тут четверо, Квапа быстро, типа, выкупается и деремся. Обоссал, Блейд купил, даже хватит. Вон, Алхимик пришел. А где мой стак, да? А где мой стак? Парни, где мой стак, кто зафармил? Смотри, он еще и лес фармит. Чужой. Иллюзиями. Надо уже этот продавать. Мидас. Продавать Мидас. А потом сейчас делает самую веселую вещь в этой игре. Он может лишить алхимика самого важного, его рук. Да. Вот это хорош. Алебарда, да? Если он соберет алебарду, то алхимика да. Еще разобрать, то и не поздоровится команде ВПС. Ну, парни знают, как контрить вот этого пацана. Отрубаешь просто на сколько там секунд? 4, да, ну, 4 секунды, это в принципе достаточно, если Гуляв вгрызется вместе с Думом тем же самым, который будет иметь криты, а не стан, как на данный момент он имеет. Надо Рубику этот... Как его? Зеленый посох. Да, вот всем зеленый посох. На, госкептер. И эти. Всем по форстафу. Друг друга сейвить. Такие вытолкнули этого, того, короче. На их же так контрят. Чтоб он ни в кого не вгрызался просто. Еще на неделю их запереть в какой-то комнате и играть. Друг друга форстафить. Потому что это сделать на самом деле очень тяжело. Я в паблике делал такое, мы втроем играли и друг друга толкали. И то это получалось один из пяти раз. То есть, чтобы вот так друг друга засейвить, это на самом деле очень тяжело. Потому что мало ли останет, ты развернулся, тебя там форстафнули вообще в другую сторону или в сторону врагов. Да, к ним. Бывает всякое. Или этих толкнули. Кто стырил? Рокеты. Ну, в принципе, тоже неплохо. Просветить карту на какое-то время. Вот алхимик перефармливает на Икса на 9500. Лучший ульт для ШД в данный момент будет, ну или вообще спел, это вот как раз либо айспад Дакира, либо как вариант квапы ульт, ну или ШД ульт, да. Потому что под БКБ он ульт работает. ШД, да, работает. Забываю, как он называется вечно. Пурш. Да. Скоро алебарда. Алебарда, да, уже должна быть скоро. Сколько голды осталось? Вроде, 500 голды. Вроде 500, да. 500. 1800. 1800. Давай. Крипы появятся. Помогать фармить. Рано пошел. Куда? Он заблочил. Лоу. Ну, сам себя закрыл, ну ёп. Ну, вон, парень спешит просто. Нервы уже. Ну, игра на грани, потому что уже на острие ножа, потому что могут проиграть. Могут. Неверная драка. Да, вот последняя драка это. Ну, драка может быть и не последняя, но выкупы, надеюсь, у всех будут. Но все равно это может подкосить еще сильнее игру. Минус мораль там. Если по XP смотреть, то там уже переболело за десятку. И тут какой-то такой камбэк. Ну... Не знаю. По золоту опять начинают ВПС выходить вперед. Не намного, конечно. Всего 4000, но это... Ну там, смотри, на 10 тысяч перефармливает вот этот пацан на Икса. Это значит, остальные проигрывают просто. Если на Икса и убрать, и вот этого алхимика, практически одинаковый запак у алхимика вместе с Найксом. Практически. Да. Ну там обоссал, а тут. Там, правда, обоссал. Да. Ну, извините там меня. Обоссал. Извините меня, у алхимика вот есть третий спел. Вот, у этого тоже обоссал. Обоссал. Он продал на. Обоссал. Мидас продал. Да. Я серьезный пацан, я продам Мидас. Алхимик говорит, не. Не, чуваки, мне Мидас еще нужен. У меня нету монетки, все, ее отключили, я теперь буду фармить Мидаса. Еще это.
А так спид дает Мидас, типа. А, я медленный пока. Я упоротый, я буду с Мидасом до конца игры. Мне будет весело, если он продаст там Лотар, ПТ продаст, а Мидас оставит. Вот это момент Алабадона Леварда. Сейчас будет драка на Рошане, походу. Да, Рошан уже появился. Абадон сразу же бежит с Алибарда гемом. И это уже становится опасно. Шива у Дума. Не кликал. Это тоже минус атак спид алхимику. Сколько там? Очень много на самом деле. Шивы не ценят. Недооценивают, да, вообще. На самом деле тайминговая Шива и против алхимиков всяких. Ну, как по мне, так Дум с рефрешем лучше, чем с Шивой. Два Дума, это круто. А если еще бы Рубик мог у своих тырить? Мог. Мог. Сейчас зайду в спину. Знают, что они туда пойдут. Знают. Проверяют ракеты, никого не видят. Идут дальше, под смоком. Сейчас заходят. 5 на 5, план, 5, смотрите, да, рисуют. Иначе, команда иначе. ВПС. Да, Пак спину. Входит. Ой-ой-ой. Находит двоих. Ульт. Шеда сзади заходит. Айспад. Отличная макропира. Вот Алибарда, хорош. И алхимик стоит, просто ничего не делает и начинает бить опять. Минус алхимик. Алхимика убили. Если у него выкуп, есть выкуп. Алибарда так убирает. Прожал, по-моему. Вот он умирает. Нет? О, хорош. И алхимик хорош, летит в мид. Он купил травела и уже рядом. Сейчас Абадон хиляет Пака. Дальше. Клопа врывается, под Алибардой стоит. Минус Абадон, минус Найкс. Даже Абадон он не стал. Минус. Камбэк. Хорошо. Ура! Опять Пак. Кто там радуется за команду? Пацаны, это... Кто радуется? Блин. Брат радуется. Сейчас. Он продал. Все нормально. Сейчас надо быстро взять Аегис и заканчивать игру. Вот, уже показывают, как заходить. Чувствую, третья игра, да, будет? Да, запахло третьей игрой. Ну, алхимик в той игре потащил, тут потащил. Там Алибарду, по-моему, забыл сюзать. Сейвит очень грамотно. Да. Врывается клоп. Рубика быстро, минус Рубик. Глиф. Все, забивает, и тут на вторую сторону. Ну и ломают. Команда ВПС ломает базу. Сломала низ. Возможно, это успеет центр. С две стороны, да. Минус вышка на центре. Минус первый барак. А Абадон просто кидает первый. Почему отходит, лол? Почему? Ну они. Есть мана, есть хил. Не-не-не, возможно, это Na'Vi move. Сейчас на развороте. Почему? Пак, на их вышел. Минус. Пак, быстро ульт опять. Или офдай. Минус Джекера. Минус Клокер. Вот тебя застоит. Гем остался. Гем лежит. ШД улетает. Очень четко ШД тут сыграл. Ну чё, надо что-то придумать. Там нет клока, нет. Сейчас может. Знают, где находится клока. Торхи сейчас может решить просто. И Дум, стан! Хил! Как клопа подставилась. Она же знала, что их тут много, а не надо было сразу летать. Зачем драться с Паком? Байбека нет, да? У клопы нет байбека. У клопы нет байбека и нет. Есть у нее. Есть байбек. Пак лидирует по убийствам, да? Да, 4. Тогда Пак тоже лидил, тут Пак лидирует. О, что это было? Там, ну, он уже прожал, а там ушел инвиз с пами. Айспад. О, баттерфляй. Лайфстиллер забирает вышку. И теперь уже не ничего. Алхимик покупает баттерфляй. Против Найка. Зачем? Что он положит?
не знаю, что он выложит вообще, можно смотреть. Ну, сейчас подраться, подраться попадет, но и Аегис пропадет. Ну, лучше бы собрал, там... лучше бы собрал. Обоссал, нет, Shadow Blade надо продавать. Конечно. Или что-то будет. Или он... Зачем он ждет? Он ждет, пока кончится Аегис? Ну, это бред. Надо Shadow Blade. Три минуты осталось. Неважно. Сейчас зайдут. Ой, меня ударил. Паку. Дует ужасно сейчас. Пак, возможно, даже умрет. Дум зашел, замерз. Шакира отдался, выкупился. Алхимик вырезает кобальт. Под думом сидит. Алхимику просто пофиг на все удары. Ну и сейчас Абадон тоже умрет. Он под ультом стоял. Он стоял в когах. Ну его пофиг. Сейчас там прокатит и не уйдет. Лед. Льдом убивает. Что произошло? Аквапа здесь ворвалась. Абадон не смог алебарду дать, потому что коги выжгли ману. Он стихи не прожал. Он мог... Я поел. Он мог со стиков дать стихи потом дать алебарду. Это, не знаю, грубая ошибка. И команда ВПС идут заканчивать игру. Просто по миду. Цель, вот она, и вот. Нужно вот, сейчас вот. Не отпускать, не отпускать. Найкс один внизу всего. Выкупается дом. Я, конечно, не уверен, что смогут они сейчас задефать. Все может быть, но уже маловероятно. Попахивает ГГ. Попахивает третьей игрой. Прям воняет. Все, алхимик просто в наглую уже ломает, пофиг на все. Пак врывается, все, отличный ульт. И все. Просто вот супер башер. Все. Супербашер, в него супербашер, в этого супербашер. Алхимик стан вы раскатил. Откатил, блин. Там умирает лайфстиль. Стоило подождать. Покупаете сразу же. Абадон, да, алебарду кинь. Алебарду кинь, убейте этого алхимика бешеного. Алебарду на него. Минус попа. Все под салом. Алхимик теряет Аегис. На Аегис сейчас кто? Может убить Квап. Алебарду кинь. Алебарду в этой игре будет, нет? Либо нет алебарда. Выкупаются все. Все Клокер байбэк, выкупился. Байбэк, байбэк. Клопа сейчас убежит. Должна уйти. Нет, она тоже травала. Все. Ну и драйв. Эх, этот Абадон. Он, закончился. По-моему, алебарду не юзал ни разу. Просто он купил и не юзал. Два раза юзнул. Не, он ее юзал, но в данной драке он ее, по-моему, то ли забыл. Нет, она была. Она была на алхимике, но поздно, слишком поздно было. Но поздно, поздно. Он поздно резнулся, но я не знаю. Там отпушивает лайны, парни, до конца гейминг. Ну как бы тут этот, на их четырехслотовый просто, а там этот пацан уже не знаешь, семислотовый просто. На их срочно нужен какой-нибудь манки кимбар. В два раза перефармил. Алхимик почти. Это страшно, я не знаю. Страшные цифры, короче, показывает этот алхимик. Бешеный ГПМ, но сейчас решили через мега крипов, через топ зайти и сделать мега крипов. А тут парни, ну, отпушивают мид, отпушили бот, буду драться. У Наикса нет ТП, бежать домой, быстро. Залазь, Пака. Хорош, Пак, быстрее побежит. Хекс. За этот тар даже не стоит драться. Сейчас драка проигрывается. Драка, и не знаю, там нету байбеков. Это будет третья. Ни у кого нет байбеков. У Абадона есть байбек, и у алхимика. Ну окей, алхимика есть байбек. Еще два демона есть. Если сейчас они будут обходить, то это будет бред полный. Пак сидит. Вместе с Найксом. Че, это развод? Развод, типа, ну это ненадолго. Это фигня. Да, уже поняли. Прочухали. Да, конечно, если бы сейчас Пак вместе
с Гулей ворвались. Если бы ворвались, было бы большое огорчение. Фейл жесткий. Тут уже Клоквер готов рваться. Все он ждет своего шанса. Что? Он крипы ждет своего часа. Все, Бурен пошел бить все. Ну, давай. Давай, Смайлуха. Ну. Псевдо-Смайлуха. Прыгай. Нет. Ну уже. Почему вард здесь не поставили, я не могу понять. Вот здесь, почему нет варда? Да, нет варда, не знают, что там. А, они просто вот трутся, терки, короче. Ну и... А тут талайн пушится, хватит, по миду заходят крипы уже большие, такие крипы жирные. А, все, брыв. Ворвался. Клоквер. Когах, пак. Алхимик под БКБ бежит, уже дум повесили. Повесили... Минус пак. Минус гуля. Минус найк. Минус алхимик. Убивают. У него минус ластивер. Алибарда юзалась? Нет, я не видел. Купается алхимик. Дум, да, дум бежит. Сейчас он должен убить. Сейвит его ШД, отлично сейвит. Алхимика ТП, это ГГ. ГГ. Да. У него БКБ два раза. Это попробуй. Третья игра. Быстро, следующую игру, все. Закрываем. Давай.